Для того, чтобы попасть в Rawdoo, необходимо скачать приложение NoSQL и пройти регистрацию. Нажимаем кнопку New User, то есть новый пользователь. Выбираем вкладку Визитер. Пишем номер визы, номер загранпаспорта. Выбираем дату рождения, национальность. Указываем номер телефона, выбирая код страны. И дважды пишем электронную почту. Придумываем пароль, который точно не забудем. Пишем его и дублируем. Ставим галочки о том, что мы согласны с условиями. Подтверждаем, что мы мусульмане и жмем кнопку регистрации. После этого к нам на почту придет четырехзначный код подтверждения, который нужно будет ввести в появившемся окне. Далее нужно будет войти в свой аккаунт. Выбираем страну, пишем наш номер паспорта, пароль, нажимаем «Вход». На почту придет код подтверждения для входа. Вводим его и попадаем на свой аккаунт. Внизу вы увидите силуэты мужчины и женщины, совершающих намаз. Это кнопки для регистрации в Rawdoo, для мужчин и женщин соответственно. Нажимаем на кнопку, выбираем свое имя, нажимаем «Далее» и попадаем на страницу выбора «Дата и времени». Выбираем дату и время, когда вместе с группой запланировано посещение Rawdoo. Ставим галочку и нажимаем «Далее». Таким образом, мы получаем разрешение на посещение Rawdoo. При входе в Rawdoo будет необходимо открыть приложение и показать охранникам данную страницу.